Дракунчик, вон. Дарданеллы, Антошенко. Он на Гавионе тут, собачка он у нас. Все нормально. Как мы тебя выходить сейчас будем?
Холодненькая водичка пошла у нас тут. О, доброе утро. О, доброе утро. Вася, доставай сам. Тихо. Кого нельзя? Кто? Кто? У тебя рюкзак там? У меня нет. Рюкзаки поднимаем. Операция «Белый лебедь». О, снег пошел. Да? Снег пошел. Снег обещали. Ты что-то седой капец за год. Ты, блядь, точно видел год. Там вообще нет. Ну. Остановка «Первая речка». Операция «Лебедка». Эй, на том берегу! Сразу в сторону уходите! Уже третий брод. И пошел снег. Так. Так. Просто у одного автомобиля сорвало кардан. Игорь, здорово. Помаши рукой. Просто кардан сорвало. Это нормально. Ты за нами ехал, они уже, блядь, мы их поскидывали, блядь, и они разошлись. Вот так вот и пробирались. Всю дорогу. Да-да-да, вон. Кольца не увидели. Конец увидели, оторваны. Конец. А ребята, вы... Вот так вот. Ситуация следующая. Вот у того передний привод, а у нас лысый. Телефоны из окон подоставали, а вы тут изнутри снимаете.
Чё? Ну все, земля пухом, ребят. Не, мы хорошо морды вылезли. Мы дымим. Ну тут айсберг есть. Последняя. Вода ушла? А вода идет? У нас еще одна лежит. А что у нас какой-то пар идет? У нас не пробили мы, например, радиатор. Почему с ней? Помните видео, пожалуйста. Мы тоже хотим посмотреть. Скоро-то уже более-менее на берегу. Ну как? По очереди, по очереди. Ну что, выпрыгиваем или что, сидим? Да, а мы через Глеба можем выйти. Кого-то нужно кинуть вниз и на него прыгать. Пинки поставить и по ним по головку сходить. Ну вот кто предлагает? Предлагать не я. Давайте голосовать. Чур не я все равно. Я знаю, про кого голосуют. Надо кого-то не худенького. Баба Ига против. Не-не-не, надо не худенького. Надо просто больше воздуха в рот набрать. И то вода у двери, да? Нет, там нет. Телефон свой нужно. Ничего. Кого-то нужно кинуть на мостик. Предлагаешь испытать? Да. Дверь надо закрыть. Богдан, там, да, вылазит. Я хочу очень сильно полезть. Сейчас полезет. Я очень не хочу полезть. Да. Вот это немцы. Можно так не русскому? Ну вот как все его снова снимают.
Посвящение! Посвящение! Я это засняла. Это было мощно.
смогли доехать. До Хасан. Первый раз, по-моему, такая. Когда два трактора меня вытаскивали. Там лебедку мне за что-то цепили. Да. Давай, Глеб, даже до сих пор. Дорога на Галец.